вовремя. Учащиеся Щелковской гимназии номер 2 поучаствовали в тематическом квесте, посвященном праздничной дате – 23 февраля. Школьники разделились на несколько команд, каждая из которых должна была продемонстрировать свои способности, ловкость, находчивость и смекалку в самых разных испытаниях. Ребятам нужно было пройти эстафету спасателей на скорость, суметь оказать первую медицинскую помощь пострадавшему человеку, поучаствовать в мозговом штурме и пройти различные задания. Оценивала старания ребят профессиональное жюри, состоящее из членов аварийно-спасательного отряда городского округа Щелково. Также в гости к ученикам гимназии пожаловали талисманы Центра гражданской защиты «Корги-спасатели». Вот сегодня они у нас в гостях, мы им посвящаем наше выступление. Они с ребятами общаются сегодня. Мне очень приятно быть в вашей школе, прекрасный спортивный зал, замечательные ребята. Все очень красиво, все очень здорово. Особенно после того, как мы очень классно отметили 23 февраля, День защитника Отечества, прекрасный праздник. Я очень рад, что мы здесь сегодня собрались. После того, как всех ребят наградили небольшими поощрительными призами за участие в спортивном квесте, спасатели провели для всех присутствующих мастер-класс по эвакуации людей из здания при чрезвычайной ситуации. Школьникам продемонстрировали, как спустить человека с крыши или помочь выбраться из окна верхнего этажа, например, при пожаре, когда других способов покинуть помещение не остается. Мария Буржинская, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.